Какие элегантные мужчины. Добрый день, девчонки. Вот снова я в центре. Посмотрим, может, поменяли витрины. У меня сегодня особо времени нету, так как я иду сегодня, переломный момент моей жизни в пандемии. Иду сегодня делать одну вещь, которую, если честно сказать, я не очень-то хочу и делать в глубине моей души. Но я просто обязана это делать, потому что меня обязуют. Поэтому ждите видео мое в 3:30 после обеда, в 3:35. Я сама в шоке от всего этого. Но что, тому, что быть, не миновать, как будет по-русски? Или все, что случается, все случается к лучшему, ничего не поделаешь. Какие все красивые в центре. Бонжорно. Девчонки, чао. Ой, цвета хаки, пинка. Ой, что это все? Теперь будут брюки вот такие везде, что ли? Как турецкие шаровары. Клетка, Настасья Филипповна, пиджак с брюками, платье черное. Но больше всего вчера мне понравилась витрина Луиза Спаньоли. Они мне дали новую коллекцию журнал. Я дома внимательно посмотрела. Вы знаете, очень красивая коллекция, очень красивая коллекция у Луиза Спаньоли. Мне очень понравилось, прямо все такое элегантное, все такое красивое, все такое прямо вот женственное, прямо все линии четкие, очень красивая коллекция. Вот эта вот красная сумка вообще на фотографии выглядит отлично просто в этом. Как его, в журнале ихнем, я не знаю, не помню, как называются эти журналы, которые они все магазины оставляют постоянным клиенткам. Вот с этими коричневыми даже неплохо смотрится этот сиреневый цвет. По-моему, это сиреневый или не сиреневый цвет? Полупальто так тоже ничего с этими брюками. Что за брюки такие? Прям шерстяные, что ли? А, да, шерстяные. Ну, видите, манекены, они высокие, поэтому тоже так красиво смотрится. Юбка отличная такая. Надеюсь, что сегодня мой телефон не ошибся цветом видео. Иногда он делает блеклый, когда я резко включаю видео, получается блеклый цвет. Как я обожаю вот этот вот цвет, такой мента, да, называется минт, такой классный цвет, мой любимый цвет. Так, вижу все то же самое. Ой, куда же я шла? А, я шла в банк. Сама забыла, куда я иду. Ой-ой-ой, девочки-припевочки, студентки. У меня иногда ум за разум заходит. Сама забываю, куда иду, зачем иду. Так, вот это вот пальто. Как мне нравится это мужское пальто, вот клетчатое. Мужчинам это очень красиво. По-моему, мой банк открывается в 2:45, поэтому мы можем немножко посмотреть. Фенди.
Ой, девчонки, это багет назывался, да? У меня была вот тютелька в тютельку такая сумка, только без вот этого вот пояса. Я подарила моей сестренке. Вот этот же цвет, вот такая же кожа, вот такая же обработка 20 лет назад. Но эти классические сумки Фенди все время повторяет. Боже мой, сейчас вот так стало модно прям писать на всем название марки. Вот он мой цвет хаки. Это тоже Фенди юбка и жилет сафари, да? Цвет хаки. Получается, возвращается цвет хаки. Так, это мы уже смотрели. Это мы уже смотрели. Хлоя. Баленсиагу тоже смотрели. Посмотрим, поменяли или нет. Да, поменяли. Вот это вот, смотрите, Валентина поясок. Брюки молочного цвета вельвет. По-итальянски называется Colore Panna. Тедди. Медвежонок такой вообще. Это надо быть очень высокой, чтобы носить такой пушистый тедди, да? Очки такие, два сердечка. Свитер такой. Куртина. Прямо в куртину на Рождество надевать. Сумка. Сумки всех цветов постельных. На осень и зиму, да? Другой цвет тедди, цвета хаки. Ай, мне больше нравится Salvatore Ferragamo, сумки желтого цвета, обожаю, желтый цвет обожаю. И здесь вот, вот эти вот кроссовки, да, называются, спортивные, спортивная обувь. Ну что могу сказать, очень красиво подобран комплект, очень красиво подобран комплект. Сейчас я вам издалека покажу, чтобы был виден весь комплект. Джа кутур. Кутюр. Golden Goose. Это про обувь, да? Я, кстати, ни разу не покупала Golden Goose. Очень красиво подобрано. Прямо все бонтон-бонтон цвета. Сейчас еще сделаю фото, потому что прошлый раз не было времени сделать фото. Ой, надеюсь, после обеда не начнется дождь. Я забыла взять. Забыла взять зонтик. Смотрю, все с зонтиками. Так, покажем все издалека. Это у нас микс. Магазин трехэтажный, где есть все марки. Почти все марки. Вот такие осенние коллекции, осенне-зимняя коллекция. Посмотрим, что происходит в Байесато. Кофе я уже выпила на Прато де ла Валле. Поэтому второй раз кофе не буду пить. Справа от меня парфюмерия. Справа от меня мебельный магазин. Вообще никого нету. Никого нету. Ждем новостей в 3:30, девчонки. В 3:30 по итальянскому времени. 3:30 по итальянскому времени. Посмотрим, что на передних витринах основных. Это боковые витрины. О, бухгалтерские сумки Селин. Или адвокатские. Да, да, как раз адвокатом. Валентина повесила. Ну, Валентина повесил новую витрину, черное пальто. Черное пальто Реглан, да?
Есть шов или нет? Есть шов, плечо есть. Как вам нравится такое колье? Ну, что-то блики такие. Но черное с черным платьем не очень для меня. Надо что-то вниз. Или красный, или белый, или любой другой цвет. Даже желтый можно, да, под черное. Я видела несколько женщин, которые надели на себя желтое и черное. Очень красиво было. Вот такие вот новости. Посмотрим поближе туфли и сумку. Лодочки. Вот эти вот, да, очень секси лодочки. Всем здоровья и добра!